ноги выпрямить и начинать подтягиваться. Итак, 10 раз. Упражнения на стальной пресс и крепкие мышцы первокурсникам показывает Борис Карпюк. И вот работаю тогда чисто руки, когда ты делаешь вот... Со спортом на «ты» Борис Сергеевич еще со времен учебы в Новосибирском высшем командном училище. После его окончания 7 лет служил в армии, потом решил стать педагогом и вот уже 20 лет воспитывает молодое поколение. Итак, пожалуйста, продолжай. Разобрать и найти дефекты в двигателе внутреннего сгорания – задача для студентов 4-го курса. Тонкости профессии ребятам помогает осваивать Юрий Анатольевич. Очень много моих выпускников, которые уже работают непосредственно по специальности. Некоторые открыли свое дело, уже руководителями, инженерами работают. И вот этот вот результат, он, конечно, очень важен для педагога. Он мало ругает, если ты не накосячил. Если ты накосячил, в принципе, достанется хорошо на орешки. Ребята знают, с педагогом можно поговорить не только об учебе. Он всегда выслушает и, если нужно, даст хороший совет. Свободное от работы время наши герои играют в волейбол. Оба в юности занимались этим видом спорта и сейчас дают фору молодым. Играют преподаватели несколько раз в неделю. Они готовятся к предстоящему турниру среди педагогов ямальских колледжей. Анна Селезнева, Роман Лузанов. Время Ямала. Ноябрьск.